Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Land Rover Sport 2013 года выпуска. Двигатель 3 литра автомат. На этом автомобиле заменим сегодня геленаполненные сайлентблоки на передней подвеске, передние большие сайлентблоки. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и откручиваем рычаг. Рычаг идет с шаровой опорой. Поднял автомобиль, снял колеса, не увидел, что камера включилась, то есть не включилась, начал разбирать. Я открутил гайку привода, гайка здесь на 36. Также я открутил вот эту вот шаровую опору. Здесь снизу гайка многогранная, 12-гранная, тоже на 36. Сейчас я хочу снять верхний рычаг. Открутил гайка на 15, болт на 13. Для чего я хочу это сделать? Отцепить рычаг, отвести цапфу, чтобы вытолкнуть привод маленько. У нас не хватает выйти шаровой опоре, она упирается в гранату. Вот для этого все такие манипуляции. Вытаскиваю болт. И маленько постучим по рычагу. Вот так вот. И вот, как видно, у нас цапфа загуляла. Теперь мы можем выталкивать привод. Но привод у нас не смазан и сидит он плотно. Поэтому сейчас подобрал гайку. Открутил болт. Головка на 18. Гайка имеет фиксатор. Вытаскиваем болт. Болт вытащил, пробуем вытаскивать. Привод я так сдвинуть и не смог. Залью его ВД-шкой и смазки натолкаю под гайку, закручу гайку, пускай он там откисает со временем сам. Получилось снять рычаг, не снимая, ну, не выталкивая привода. Рычаг вышел. Так, вот он рычаг. Здесь есть метка, которая стрелка показана направление движения. Потом будем также устанавливать. Если вот приглядеться, стрелка смотрит вперед. Также здесь вот она, стрелка смотрит вперед. Я пометил маркером с двух сторон. Сейчас мы выпрессовываем его и будем запрессовывать новый. Подобрал примерно по диаметру. Здесь у нас вовнутрь идет кругляшок, а снаружи у нас идет стрелка.
Все, выдавился линблок. Сейчас мы здесь почистим, смажем. Вот цилиндрок старый. Диаметр у него 100 миллиметров. Идет он геле наполненный. Берем новый. Новый сайлентблок мы будем использовать оригинальный LR-084-108. Вот сайлентблок. Ну, как я и говорил, здесь стрелка, здесь кружок. Кружок идет вовнутрь, стрелка идет снаружи. Смазываю силиконом. Как внутреннюю обойму, так и наружную. Все, запрессовали сайлентблок, идем устанавливаем. Так, вставляем на место палец. Здесь пыльник отходит, но все равно смотрите аккуратно, чтобы его не надорвать. А так палец заходит. Все, и не надо откручивать верхнюю шаровую. То, что я ее открутил, это не нужно делать. Наживляем снизу гайку.
Теперь смазываю, вставляем сайлентблок и наживляем болт. Наживляем гайку. И крепим на место верхнюю опору, которую я откручивал. Все, наживили, отвязываем крепление, которое мы делали, чтобы у нас цапфа не падала. А теперь все протягиваем. Все, я с этой стороны протянул все, кроме переднего крепления сайлентблока. Я когда опущу автомобиль в среднем положении, его протяну, подлезу. Здесь удобно, болт открытый, гайку подержу и притяну, чтобы он был в ненатяжке. А здесь сверху, снизу все притянуто. Ну, хотел показать еще. Вот с этой стороны, сейчас попробую, не знаю, видно, не видно будет, видно будет. Я сделал такой болт с гайкой, открутил с шаровой опоры гайку и наживляю вот так вот болт. Через этот болт кувалдочкой я сбиваю палец. Съемник поставить здесь практически невозможно, никуда его не зацепить, по цапфе бить не будешь, потому что она толстая, а вся сила удара будет уходить на рулевой наконечник и на нижнюю шаровую. А здесь вот весь удар приходится как раз в палец шаровой опоры. Вот и все. Очень удобно. И резьба не портится, и палец выбивается. Болт здесь открутил. Вытаскиваю его. Вытащил болт и снимаем рычаг.
Все, рычаг у нас вышел спокойненько. Идем, выпрессовываем сайлентблок. Ну, дальше я уже здесь сборку показывать с этой стороны не буду. Покажу только снизу, как протяну болты. Опустил автомобиль. Вот поставил удлинитель с воротком. Впереди в бампере есть отверстие. И с одной, и с другой стороны. Вот головка одета, удлинитель подходит. И вот оно отверстие. Очень удобно затягивать эти сайлентблоки. Как раз для этого и сделали. Подтягиваем оба сайлентблока. И на этом все. Замену передних сайлентблоков, переднего рычага мы закончили. Всего вам доброго!